Ребят, привет! Жутко полезное видео для вас сегодня приготовил. Про колоды. Будем делать много. Прям имбищу заварим. Вот, а вообще, конечно, история о чем? История о том, что я сегодня вам хочу рассказать о том, как на своем аккаунте сделать бесконечное количество колод. Сколько захотите, столько получится. Небольшая преамбула. Смотрите, как мы все знаем, игра в лице самого Павла Бужи, злого, ужасного человека, не позволяет нам делать столько колод, сколько мы хотим. Ровно 40. Прямо сейчас у меня здесь ровно 40 колод. Вот здесь я поставил закладочку, видите, 40-я колода. Попробуем сделать новую. Не дают. Вы достигли лимита колод, у вас их 40, уберите какую-нибудь. И вот это постоянное бу-бу-бу, бу-бу-бу, уберите, пожалуйста, колоду. Мы не хотим, чтобы вы занимались плюшничеством, складничеством и вообще всяким скопидомством. Но я хочу. Мне нравится, когда у меня колод много, когда я ничего не стираю, когда у меня есть подробный лог моей жизни, профуканный, конечно же. И в конце концов, я человек ленивый, что-то там удалять, разбираться, что у меня еще может заиграть, что уже безвозвратно потеряно. Просто хочу, чтобы все было, как на книжной полке. И не могу. Или могу? Могу, конечно же. Иначе это видео мы бы не записывали. Парочка слов о том, как все работает. Поляки очень любят строить домики из лыжных палок, там, где под каждый скрипт у них есть миллион подпорочек. Куда ни пни, что-нибудь да обвалится. Пинать мы будем в алгоритм. Как работает вот этот вот механизм новая колода? Нажимаете, игра проверяет сумму ваших текущих колод. Если сумма равна 40, нельзя, мил человек. И так ты уже зажрался. Останавливайся. Но есть второй инструмент по созданию колоды, который с этим алгоритмом не пересекается. Вы, наверное, догадались уже. Выглядит это вот так. Создать дубль колоды и вуаля. Вот она наша 41-я. Сколько угодно можем продолжать. 42-я. Легко. 43-я. Вообще запросто. 50 хотите сделать? 100? 1000 может быть. Пока игра не крашнется, можете плодить эти колоды и плодить. Я не проверял, сколько их может быть. Но я предполагаю, что просто бесконечное количество. До тех пор, пока этот домик из лыжных палок не врежется в какой-нибудь, я не знаю, континент из лыжных палок. Зачем нам столько копий одного и того же МГР? Все очень просто. Мы берем любую из этих колод, меняем ее способность внутри фракции, в нашем случае это Нильфгард, на любую. Потом заходим внутрь и строим все, что нам нужно, все, что мы нашли в интернете. Просто любую имбищу собираем, удаляя карты, добавляя карты. Вот прям вот как все любят делать всевозможные замечательные гайдоделы. Потом мы эту колоду переименовываем, как нам нравится. Например, вот так. И вуаля! У нас новая колода Нильфгарда. С нужной нам обилкой, с нужными нам картами. Захотели Скайтаэлей? Тоже не беда. Берем и копируем любую скайтаэльскую колоду. А дальше все точно так же. Мы снова выбираем способность. Мы снова набираем любые карты. Ну, в общем, вы механизм этот поняли. Таким образом, мы обошли нелепый, ненужный, вредный и вообще оскорбительный запрет на 40 колод. Мы можем делать их сколько угодно. Соответственно, не ограничены теперь ничем. Если раньше у нас на аккаунте было имбы всего 40 штук, то теперь имбы у нас может быть 100 штук, 1000 штук и вообще завались. Значит, можно принимать ванну из имбы, можно намазывать кота имбой. Ну, в общем, вы это все поняли. Сколько это еще будет работать, я не знаю. Мне кажется, если вы не покажете это видео Павлу Буже, то это будет работать всегда. Поэтому делюсь, берите, если вам полезно, радуйтесь, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь, поиграем в квинт еще. Увидимся, ребят, пока-пока.